Летний дождь начался сегодня рано. Подарили мне опять в Фейсбуке штук 20 кассет. Вроде все хорошие, я еще не смотрел. Короче, сплю, тут звонит мне чел. Приходи через 15 минут здесь, ну, тут на районе, короче. Хорошо, я успел, как раз пришел домой и ливень пошел. Сейчас будем смотреть, я еще сам не разбирал. Для пущего куража. Так, смотрим, что тут. Что тут. Что тут нам подогнали? Sony. Состояние класс, чуть-чуть тут отошла бумага, а так прикольно, все хорошо. Но это, по-моему, какая-то подделка, Рекорд какой-то непонятный, не знаю, короче. Monotex, я таких и не видел никогда. Наверное, Китай. Не написано, чье производство, потом посмотрю в интернете. Я таких и не видел. Ну, похоже, как да. Фигня какая-то. Golden Sound. Тоже таких не видел. Блин, интересно. Интересно, что это такое. Тоже где ничего не написано, чье производство. Интересно, состояние новое, пленка темного цвета, очень похоже на Китай. Вау, класс, Денон. Обалденный. Вот Денон я обожаю. Выбита Япония. Класс. Заглушки на месте. Состояние на тройку твердую. Она не поцарапанная, ничего, просто что, ну, пользовались, видно. Я потом тряпочкой, в общем, отмою, класс. Денон обалденный. Еще и, ребята, вкладыш вообще не написали ничего, молодцы. Подкассетник хороший, родной, вот Денон, класс. Вот это меня порадовало. Так, дальше. Опять что-то непонятное. Тут 90 минут, тут 45 минут. Пирсайт, что это имеется в виду? Тоже Китай какой-то, наверное, я так думаю. Потому что это налеплено кое-как, неровно. Состояние новое. Вкладыш новый. Ничего не написано.
Ну, это, наверное, Китай какой-то. Хотя я фиг его знаю. Буду потом в интернете смотреть. Яшими. Яшими. Может, Южная Корея. Тоже таких не видел никогда. Состояние огонь. Вкладыш новый. Будем посмотреть. Так, ну это то, что было. Уже такое было. Sony опять такая же самая, как та. Хорошее состояние. Сборник советской эстрады. Кузьмин. О, класс. Кузю я люблю. Кузя мой земеля, Кузю я люблю. Тоже точно такая. Ну, пленка на соневскую похожа. Просто именно таких я что-то вот не видал. Вкладыш, ну да, написали. Алаверды, арабески, сиси кэч, вау. Так, Макаревич, машина времени. Но это уже было, не будем повторяться. Так, второй. Тут он сказал штук 20 их. Ну, где-то оно так и есть. 2, 4, 6, 8, 10. Ну да, и тут 10, наверное. О, тут Коника. В отличном состоянии Коника. Огонь. Пленка отличная. Все есть. Класс. Самые песни о главном. Сюткин, Макаревич, Буланова. Будем слушать и плакать. Вкладыш огонь. Все чистое. Все. Все хорошо. Коника то же самое, в таком же самом хорошем состоянии. Вкладыш отличный. Старая песня о главном то же самое, только уже... Тоже только сбоку. Маликов, Любе. И за ментов, и за спецназ, и за все остальное. СКС, ну ничего обычного, хорошее состояние. У меня их уже штук 10, этих СКС. Южная Корея. Sony такая, как и те, 3. В хорошем состоянии. Пойдем. На дурняк и уксус сладкий. О, вот это у меня было. Это, по-моему... По-моему, это Китай или Южная Корея. У меня в юности была такая кассета. Класс. И вкладыш хороший. Будет как память. Ну, качество как китайское. Посмотрим. Ракс. Турция. Ну... Состояние отличное, но смотреть особо не на что. Андрей Макаревич Розенбаум. О, ну это пойдет. Велотекущая шизофрения. Концерт Розенбаума и Макаревич у Ломбарда. Если хорошая запись послушать. Сонька такая же, как и те все. Блин, вот это я не пойму. Я у Sonic такой рекорд не видел. Красные какие-то эти, блядь. Это что это такое? Надо будет посмотреть в интернете. Ну, это студийка вообще. Тут смотреть не на что. Новая. Ну, блядь, это... И опять такая... Ну, в общем, такой
подгонщик. Еще и поломанная что-то там. Или это она такая качество. Ужас. Наклеена вообще пиздец. Хрень какая-то. Ну, машина времени, машина времени. Но зато записи у чувака. Записи хорошие. Будем послушать. Не на та, не это, Бабкины там. В общем, такое. Ну, что сказать. Приятно Денон удивил. Соньки эти, если это Соньки настоящие. В общем, ну, пойдет.